Так кто из вас встретил ее первым? Прекрасная логика. Кэтрин. Нет. Меня зовут Елена. Если бы я сначала встретила тебя, кто знает. Я не знаю, чего хочу. Это неправда. Ты хочешь того же, чего хотят все. Чего же? Незнакомца, который знает ответы на все вопросы. Я вспомнила все, что ты заставил меня забыть. Как мы познакомились? Скажи, чего же ты хочешь? Ты хочешь всепоглощающей любви. Хочешь страсти, приключений и даже немного опасности. А чего хочешь? Чужаков. И ты сказал мне брать от жизни все. Я хочу, чтобы ты нашла все, что ищешь. А сейчас забудь, что здесь было. Люди не должны знать, что я в городе. Бейл, почему ты не сказал? Это бы что-то изменило. Я так не думаю.